Всем доброго времени суток, и на этот раз у меня на распаковке электроника это несколько мелких пакетов и одна большая посылка. Все ссылки на распакованные товары есть в описании. И начну с мелких. В первом пакете модуль термовыключатель, который при настройке будет выключать и включать необходимое устройство. Применить ее можно практически везде, где нужно автоматизировать регулировку температуры. Работает данный модуль от 12 вольт и стоит 108 рублей. Второй пакет принес в себе термоподушку с диаметром в 10 см. Думаю, о ее применении рассказывать не нужно, и стоит она 58 рублей. В следующем пакете блок питания DC-DC преобразователь с возможностью регулировки силы тока до 12 ампер и напряжения от 1,2 до 28 вольт. Входное напряжение от 7 до 32 вольт. Мощность 300 ватт. Заказывал для лабораторного блока питания. Стоит данный модуль 338 рублей. И в последнем маленьком пакете находится термоусадка. Их 140 штук разных диаметров с длиной в 10 сантиметров. И стоит 307 рублей. Ну и самая огромная посылка, которую оценили в 28 рублей и которая весит 2 килограмма 685 грамм. Паяльная станция. Термофен и паяльник, ЖК-дисплей для фена и стойка с гирьконом для автоматического отключения при установке на подставку, кнопочная регулировка температуры и крутилка интенсивности воздуха, максимальная температура 450 градусов, паяльник с жалом Т12 и керамическим нагревателем, максимальная температура 480 градусов, мощность станции 700 Вт, работает от сети 110 и 220 Вольт. А также в комплект входит несколько жал разных форм и насадок на фен разных диаметров. Инструкция, два пинцета, сетевой шнур с европейской вилкой и, конечно же, подставка для паяльника. Стоит данная станция 3500 рублей. Gracias a ti, Señor, porque me has dado libertad, me has librado de maldad y del error. Estaba confundido, tú me sacaste de la oscuridad, me levantaste de la soledad en que estaba yo. Cuando sentí tu mano, cuando sentí tu y el Espíritu obrando. No dejes de obrar en mi corazón. Necesito de tu presencia y de tu amor. Llévame a ese lugar donde puedas quebrantar mi corazón. Sí. Эти распаковки я уже проверил, и они полностью в рабочем состоянии. Тестировать я их тут не стану, ибо на это уйдет много времени, а просто покажу, где я их применяю. И на этом моя распаковка электроники подошла к концу. А вам я напоминаю о своих группах, ссылки на которых есть в описании. И о лайке, который можете поставить, а кто еще не подписан, советую это сделать, так как впереди очень много интересного. Всем удачи и хорошего настроения!